Здравствуйте, в эфире программы «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Андрей Кашаев, ректор Рязанского института развития образования. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый день. Расскажите о новом направлении, которое вот у вас буквально на днях открылось в институте для одаренных детей. Что это, как это выглядит? Опыт для нас уникальный, хотя мы ведем уже на протяжении многих лет подготовку наших старшеклассников к выпускным экзаменам. И вот это направление по одаренным – это то, что на сегодняшний день является важнейшей стратегической задачей развития образования всей нашей страны. И по инициативе Министерства образования Рязанской области мы открыли школу для одаренных детей, школа заочная. Очень заочная, физико-математическая. И наш министр Ольга Сергеевна Щетинкина открыла эту школу буквально на днях. Это произошло событие 16 октября, когда 100 лучших учеников, которые показывают великолепные результаты по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, были участниками вот этого открытия. С ними было проведено входящее тестирование, и после торжественного открытия, то есть они уже сразу прошли в классы. Вообще проект этой школы, он очень интересный. Мы главным образом задействовали ведущих преподавателей нашего радиоуниверситета, и мы не просто привлекли их к работе, а, во-первых, они являются людьми, многие со степенями. Во-вторых, это те, кто молодой по возрасту достаточно, но кто при обучении в школе сам показывал великолепные результаты. Они же являются и главными мотиваторами для детей, потому что они в этой жизни уже преподаватели добились многого, и они являются, и будучи молодыми, являются примерами для завтрашних студентов. Мы сейчас вместе с министерством будем прорабатывать вопрос о том, чтобы на перспективу задействовать и ближайшие, и другие направления, ну, такие как и химико-биологические, другие направления, потому что... Там же у вас, да? Да, да, тоже это будет, как бы, мы основные организаторы. И, конечно же, мы будем и привлекаем ведущих специалистов, ведущих преподавателей наших рязанских вузов. Для нас это вот такое основное. И то, что вот я сказал, перспектива, конечно, вместе с Министерством образования области планируется и, скажем так, спланировать и другие направления академические нашей школы. Я думаю, все у нас получится. Скажите, а что это за дети? Как туда попасть? Придется ли бросать свою школу? Как вообще? Нет, ни в коем случае. Как они занимались в своих любимых школах, так они и будут заниматься. Эта школа очень заочная, то есть присылают свои материалы дистанционным образом, очным образом общаясь, посещая занятия, получая задания, выполняя, направляют к нам. То есть у нас разные элементы, дистанционная форма и очная форма. Поэтому те именно критерии отбора их были прежде всего результаты, показанные на внешней аттестации. То есть имеется в виду и предметные олимпиады, и все различные конкурсы, связанные и с предметными направлениями, но и в целом успеваемость ученика. У вас уже сейчас набрался коллектив, да, из детей. Это какого возраста? Они прямо учатся уже, да, начали? Они уже начали учиться, да, но опять же это речь идет, как я уже сказал, о периодичных встречах. Да? Они получили свои задания, они выполняют, потом мы встретимся и дальше посмотрим эти результаты. Но самое главное, будем их развивать. Потому что одно дело проконтролировать и дать им задание, другое дело, так сказать, поднять их на новый уровень. Это очень важно. Мы сейчас вот в стране же говорится об инклюзивном образовании. Обычно люди думают только о детях, которые с, скажем так, ну, испытывают ряд проблем со здоровьем. Но на самом деле мы на инклюзивное образование, включенности детей особенных, да, мы смотрим гораздо шире, и мы считаем, что одаренные дети фактически тоже подпадают под это определение инклюзивное образование, потому что школ отдельно, да, каких-то у нас, скажем, кроме инновационных лицеев, гимназий, есть школы с направлениями предметными определенными, да, но, так скажем, какую-то элитарную абсолютно школу, куда они
могли попасть, у нас нет, к сожалению или к счастью, потому что здесь как посмотреть на эту проблему. Ну, я, с другой стороны, не думаю, что это проблема. Но если мы говорим о, именно вот, о включенности их, то это настоящее инклюзивное образование. Кстати говоря, с ними, с такими одаренными детьми, я как учитель могу сказать, что работать очень непросто. И, с одной стороны, легко, да, то есть ты понимаешь, что они могут дать результат, а с другой стороны, ты должен поддерживать их, в них интерес к учебе, постоянным быть мотиватором для них в своей деятельности. Скажите, какие задачи преследует эта школа, для чего все это нужно и другие направления? Вот так вот в целом. Развитие ребенка, прежде всего. Развитие. А для региона? Для региона это возможность, скажем так, вот, улучшить те потенциалы, которые есть. Потому что они завтрашние выпускники. Что, кто такие выпускники? Это будущие студенты. Они будут и в академической своей части, и в будущей жизни, уже в, так сказать, тогда, когда они будут работать, будучи учеными или очень большими специалистами, практиками, конечно же, они будут приносить славу нашему краю. Скажите, а задачи самого РИРО какие у нас стоят на ближайший год? Может быть, прошел уже год с тех пор, как вы возглавляете это учреждение. Во-первых, итоги какие-то подвести, интересно было бы услышать, и ряд задач. Вы знаете, мы РИРО рассматриваем не только как институт, и не столько как институт повышения квалификации, сколько ведущую научно-методическую площадку нашего региона. Дело в том, что у нас есть учебно-методическое объединение региональное по общему образованию. Ваш покорный слуга его возглавляет, будучи ректором института. Это не просто так, это действительно дань уважения и определенная надежда на то, что институт сумеет скоординировать всю методическую работу в Рязанской области. Мы это поступательно делаем. Для нас система оценки качества региональной, ее совершенствование, опора на нее является основополагающим. А вот уже подготовка, переподготовка и повышение квалификации это являются некими производными от той большой аналитической работы, которую мы на сегодняшний день проводим. И, конечно, следующий год он покажет, насколько в той или иной области было скорректировано. Но мы должны, если есть проблема, значит, и система аттестации каким-то образом должна быть направлена на ликвидацию этих проблем, потому что, ну, в любом случае, эксперты обязаны спросить учителя, скажите, пожалуйста, как вы работаете над этой проблемой? Если он работает отлично, пожалуйста, приглашайте его на курсы повышения квалификации, лучший опыт демонстрировать. Ну, как это и должно быть? То есть, система должна быть взаимосвязанной, должна она работать, и она должна быть настоящей системой, извините за тавтологию, но только таким образом можно реально улучшить качество образования в Рязанской области. У нас качество, я считаю, очень добротный, подход добротный. Рязанская область выглядит очень неплохо, скажем так, на уровне всей Российской Федерации, но мы считаем, что останавливаться ни в коем случае нельзя, надо идти дальше, и мы видим, как это делать, и что нам, я имею в виду институту, в этой связи предстоит сделать. Можно еще раз тогда перечислить планы на открытие новых направлений на следующий год, на ближайшее время? Вот что ждет рязанцев? Ну, как я уже сказал, рязанцев ждут и другие направления, то, что касается нашей школы. Да? Для одаренных детей. Да, а если мы возьмем, скажем, тот спектр услуг, который мы предоставляем нашему учительству, и не только, мы, безусловно, находимся на постоянном контакте с обществом, мы исследуем те потребности, которые необходимы, потому что иногда предлагаешь новое направление, да? Это я уже говорю о курсовой подготовке, или там, семинары, или курсы и так далее. И это иногда не находит, например, отклика какого-то. Да? А есть направления, которые тут же востребованы и так далее. То есть мы аналитику такую ведем и в этом вопросе. Поэтому у нас спектр услуг, которые мы предоставляем, помимо того, что я сказал, достаточно большой. И рязанцы, если, например, хотят получить, да, переподготовку, а, например, это, по сути дела, тот же диплом о втором образовании, то или повысить квалификацию, я уже имею в виду тот стабильный континент, с которым мы работаем, конечно, милости просим. Мы готовы совершенствовать, и задача всему коллективу поставлена, совершенствовать содержательную часть работы. Мы мониторим это внутренним, значит, внутри института, и будем это делать дальше. То есть у нас еще есть внутри своя, так сказать, разрабатывается система качества в этом вопросе. Спасибо вам, Андрей Анатольевич, за визит. Вы очень подробно обо всем рассказали. Спасибо вам. Пусть развиваются ваши направления с одаренными детьми. Приходите к нам еще. Спасибо.
Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания.